там лучше, хуже, первый, второй, третий. Вот так же, вот мне кажется, знаешь, со странами, как с людьми. Мы часто говорим, вот там он лучше, или вот там он там знаменитее, чем кто-то. Это идет когда в сравнении. Если мы возьмем каждого человека как отдельного индивида, да, то получается, что каждый из нас уникальный. Про каждого можно сказать, он уникальный. Смотри, как звучит. Я уникальный, ты уникальный, и каждый, кто сейчас смотрит это видео, тоже уникальный. И не надо никого сравнивать, потому что каждый человек, который приходит в мою жизнь, он важен. И я, приходя в чью-то жизнь, тоже для него важен. Вот страны все для меня были именно такими. Я уже вот даже говорил вот об этом, что когда я приходил в страну, я думал, вау, как здорово. Когда я приходил в другую страну, я говорю, вау, здесь мне тоже нравится, и здесь, и здесь, и здесь. И если вот начинать анализировать лучше-хуже, я не могу сравнить. Понятно. Невозможно. Зайдем с другой стороны. А по концентрации интересных для тебя людей, какая страна была наиболее интересной? Тот же. Хорошо. Зайдем. Я мог только, видишь, но смотри, я сравнил по какой категории? По категории автостопа, да? Угу. То есть я вот даже километраж высчитал. По России примерно продвижение вот за сутки 600 километров, по Европе там где-то 300, по Америке 30 километров. Ну и вот уже можно судить, насколько хорош или плох автостоп. По Новой Зеландии можно вообще просто кататься весь день автостопом. По Австралии, как в Европе, где-то 300-350 километров в час. По Азии, ну Азия, наверное, к России ближе будет, где-то около. Там тоже хороший автостоп. Ну хорошо, а тогда еще с третьей стороны попробуем зайти. А где бы ты остался бы жить надолго?